покапаться пальца, уж почти, почти все купила. Угу. Угу. Немножко не хватает денег, но в принципе, да. Ладно. Урса, в принципе, накупила нормальные, в принципе, арты. Нормальные, в принципе, арты. И Ускар еще думает. Пиздец, как? Где же его все деньги? Не знаю, он, по-моему, все удалил опять и хочет типа, друга купить. Да, ну какое, а? Угу. Ну, я думаю, тут может опять Урса выиграть. Ну, уже вот это вот умный ход. Нахуй продать. Немножко мне не нравится. Во. А вот теперь мне, в принципе, очень нравится закуп Ускара, хотя бы потому, что у меня есть эта штучка. Интересная. Да, походу он его сейчас и купит. И ему не хватает на одну тему, и поэтому он сейчас, наверное, кучу другой сделает. Все же ждем, ждем, непонятно чего. Серьезно, отправить рецепт и еще что-то купить, наверное, нет, или так пойдешь. Ну, в принципе, норм. Кипочки стоят. Стреляют по нему. Битва. Итак, вот мы подходим. Начинается вообще второй раунд. По счет 3. Раз, два, три. Начинается второй раунд. Выскакивает Терриал. И Бэдмейл утонул. И Бэдмейл немножко побил. Ну, я опять сдох. Ну, и в принципе Урса могла умереть с копией, но я думаю нет, он немножко осталось бы. Чуть-чуть хп, и даже Урса даже не бафла с него культой, и, по-моему, только ВРП отмечала. А Ускар утонул в Бэдмейл. Надо было отсмотреть. Ну. Не просто так, что покупаешь Этериал, вот там тут бомба. Надо думать то, что если там есть Маули Бэдмейл, и получилось, ну, получилось, он не очень продумал свою тактику. Теперь 25 левел и 20 тысяч. Но я думаю, тут уже как бы 2-0, я не знаю, если Ускар выиграет, то в принципе, герои сбалансированы, просто надо закупы разные, какие-то разные тактики, например, там, отходить, там, отбивать. Ну, это такое дело. А Урса, в принципе, там главное просто выставить тут их Ускар и этот копий. Просто Ускар немножко чуть тяжело, ну, не тяжело, а очень неправильно делается. Вот. Пошаговые, то есть вот, цели какого-то алгоритма, он хочет как бы просто с Этерио разъебать его, а ничего не получается. Урса берет по дефолту там, ну, свой
Default Beat, фазы Вагнер. И это ничего. Что за меня сейчас Хускар? У меня есть 20 тысяч, у меня есть очень много времени подумать. Неплохой вариант, в принципе, против Урсы, я думаю, надо было его учесть сразу же. Но фиг знает. Интересно, так у курсы. Да-да-да, то, что копия, то орба также. Ну, он может стрелять же копиями, просто не будет расти уйти. Что это не особо. Можешь их включить, правильно. Но если Хускара сначала... Почему? А смысл сатаник те, чего нормально тут все будет. Можно все равно же отключить эти копии, просто надо немножко поумнее сделать все. Сначала через Этериал пробить как-то курсу. Тем более пробить, я думаю, получится. Потому что Урсы нету более чего. И в принципе Хускар такой особо сейчас толстый на доскатывал уровень, ну, но может и разъебать спокойно. По-моему, дышит. Сейчас тут костыль, если можно, без костыля. Главное, как-то не закупился. Сапог особо ничего не делает. Сапог. Это вот одни главные дом для ОГ. Сапог. Так, если что, Хускар подходит если что, Хускар спрет, ну, к точке, где начинается ПВП, там Урса и уже спит. Так, в принципе, уже можно отсчитывать 3-2-1. Все, начинать. Уса ждет что-то, вот на вышло, начинается. Уса орба отключает, ДКБ подключает, ДКБ начинает подбивать Хускара, Хускара уже по ХП, Хускара дальше что сделать. Хускар включает сатаник, но ты по 1000 очень больно бьют, Уса выходит вниз, начинает подбивать Хускара, и тут начинает стерил. И как-то он тебя охуел, ну. Не знает, что сделать, ну и пытается мансовать армейтом, но ничего не получается. 3-0 Уса выигрывает. Такие вот дела. В принципе, можно было выиграть Хускаром, но что-то пошло не так. Это, в принципе, все, да? Получается, с Хускаром выиграл, то 0, да. Для проводить следующий бой. Выиграл сам, всем спасибо. До новых встреч.